Он вошел в историю как непобедимый адмирал. Под его командованием было проведено 43 морских сражения. За все это время ни одного крушения и ни одного пленного. Некоторые историки считают, что именно благодаря таланту Федора Ушакова Россия выиграла в русско-турецкой войне 1787-1791 годов. Заслуги великих людей потомки не забывают. Сегодня около школы 57 прошло открытие бюста адмирала в рамках проекта «Аллея российской славы». Как отметила заместитель главы администрации города Рязани Лариса Крохалева, он из тех людей, на кого стоит равняться. Даже весь Восток восхищался им, и звали его Ушаков Наша. Уникальный, легендарный россиянин. На таких, как он, должна равняться молодая Россия. И памятник этот в первую очередь как нравоучение молодым, потому что беречь нашу Родину, ее историю – это их задача. Столь значимое событие в Рязани не прошло бы без восьмиклассников школы номер 75. Именно благодаря их победе в первом всероссийском конкурсе адмирал Федор Ушаков «Моими глазами» выделили средства на установку бюста. Торжественно открыли его учащиеся школ номер 57 и 75 вместе с учителем Екатериной Филипповой и председателем Рязанской городской думы Антоном Астафьевым. Дата открытия бюста выбрана не случайно. Именно 5 августа 2001 года Федора Ушакова причислили к лику святых. Это первый случай канонизации флотоводца. Как отметил митрополит Рязанский и Михайловский Марк, адмирал был верующим человеком, и в боях ему помогал Всевышний. И сегодня, конечно, мы не можем не задать себе вопрос, а почему так происходило? Откуда такая эффективность? И ответ понятен, ответ прост. Федор Ушаков является святым нашей русской православной церкви. Все свои труды, ратные труды, он начинал с молитвы, с благословения Божия. И Господь помогал ему одерживать великие победы. Также на церемонии открытия бюста Федора Ушакова провели чин освящения. И благослови достояние твое. Федор Ушаков – великий исторический деятель. Как отметил председатель комитета ветеранов военных моряков Александр Грищенко, имя командира прописано в летописи веков. Он навел порядок в Крыму, когда взял под командование Черноморский флот. И это лишь один из примеров его достижений. Кроме того, он был призван командовать Средиземноморской эскадрой, когда его государь послал в помощь тем же туркам и англичанам бороться с французским захватом Италии, Греции. Он освобождал греческие города, освобождал Италию и всюду также одерживал победы. На церемонии открытия бюста школьники исполнили песни про Крым, а член комитета ветеранов ВМФ Александр Малыгин выступил со стихотворением «Флоту быть» и исполнил любимый танец моряков «Яблочко». В завершении мероприятия школьники, представители общественных организаций и горожане возложили цветы к бюсту Федора Ушакова. Анастасия Дмитриев, телекомпания «Город».